Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о дате в Excel. Первое, что мы должны понимать, что каждая дата в Excel считается от 1 января 1900 года. Если мы возьмем, поставим формат дата, дату мы получим соответствующий результат. Окей. То есть единица у нас равна 1 января 1900 года. Соответственно, данные до единицы, это у нас равно 24 часам в сутки. Да, то есть 0,99, это будет 23,59. Окей, это мы с вами поняли. Далее, из каждой даты мы можем выдернуть определенное значение. Для этого у нас есть функция день. Функция день берет день. Да, в данном случае 5, да, 27 и так далее. То есть функция способна выбрать дату, да, и из этой даты, соответственно, взять день. Далее мы можем взять функцию месяц, да, которая по тому же принципу выделит и месяц. И, соответственно, год по тому же принципу выделит год. Понятное дело, что если мы можем разобрать дату, соответственно, мы можем ее и собрать. Для этого у нас есть функция, которая называется дата. И сюда достаточно просто подставить цифры, дата, месяц и, соответственно, годом. И у нас получится дата в формате, который мы видели на прошлом занятии. Соответственно, третья задача – это дата сегодня и есть формат дата со временем. То есть, какой у нас формат дата сегодня? Это у нас функция есть сегодня, которая не включает в себя аргументов. Если мы растянем вниз, да, соответственно, у нас получится результат. Видим дату сегодня. Если нам нужна дата со временем, мы берем дата tdata, да, также не имеющие аргументы, и получаем результат, который мы сейчас видим. Если нам нужны минуты, значит, мы пишем минуты и берем отсюда минуты. В данном случае 31. Да, соответственно, есть часы. И также у нас есть секунды. То есть это все, что необходимо знать про функции дата, сегодня, минуты, часы и так далее. То есть вы должны понимать, что каждая дата в Excel это число. Да, и соответственно из числа мы можем отнимать, плюсовать. Да, и также из даты мы можем вытаскивать нужные нам элементы, такие как месяц, год и дни месяца. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал. Всем пока.